Сегодня гостями библиотеки для незрячих стал тамбрист Караспай Сейтказиев из Байдибека и поэтесса Салтанат Куттыбек. Музыкант порадовал пришедших народными композициями, а девушка читала им свои стихи. Мы хотим сегодня вечер посвятить для наших инвалидов, чтобы они все ознакомились с нашими талантами, чтобы были они все в курсе, как бы брали пример с них, хотя, несмотря на свой недуг. Для людей с ограниченными возможностями такие встречи отдушина. Страна слепых мало кого интересует в эти кризисные времена. Организаторы говорят, что гости приходят на мини-концерты с удовольствием, но некоторые невидящие жалуются на трудный путь в библиотеку. Еще летом рядом с библиотекой для незрячих начался ремонт тротуара. Благое намерение породило череду проблем для слепых. Бегали школьники, я пытался немножко обойти, но буквально чуть-чуть дать в сторону. И вот это вот мне прямо в лицо, вот так вот. Я себе вот разбил лоб, кровь была, но я пошел дальше. Это все из-за нового тротуара, который... Он раньше заканчивался здесь. Тротуар был короче. Он был короче, и это все было как в стороне. А теперь, видите, оно уже становится... Причем не действующие фонари, и все равно они оставили это вот все здесь. Марата Кожахметова пугают два появившихся на пути колодца. Они закрыты, но мужчина говорит, что они представляют для них опасность. Довершают картину лестницы без поручней и крутым подъемом. О наболевших проблемах Марат хочет написать в городской акимат, но он понимает, что вопрос быстро не решится. И все же мужчина надеется, что власти обратят внимание на проблему слепых. Тем более, что рядом с библиотекой находится и центр для слабовидящих детей.